Ну, это вообще ерунда. Это мы берем мага и вообще не напрягаемся с его убийством. Это. Нет, золотые же надо, золотые надо. Контеллект. Ну, зачем? Можно вот эту взять. Ну зачем? Кто еще классно против не работает? Ну, по-любому Дживсов возьмем. Я не помню, он таргет минина убивает или рандомного. Давай вот эту возьмем. Что ж, мы доктор Бому не положим никуда. Положим. Давай тебя еще. Ну, по идее, с первого раза должны пройти. Без каких-либо проблем. Кстати, можешь через монетку кинуть. А, это 4 стоит. Не, я чагу сразу достану. Ну да. Монетка, я победил. Все. Даже это оставлю. Пускай еще мне 4 донесет. Мне не важно. Да, все, больше ничего не делаешь. Трудно тебе. Эх, не того. Ну ладно, у тебя будет еще одна попытка. Хорошо. Такой героический босс.
Так. Окей. Я не помню, как его убивать. Как я его убивал. Два урона всем. Опять мага с миллионом заклинаний? Давай. Это не надо. Что мне еще надо? Давай аркан мислы там возьмем. С блока 2. Выпарайс не нужен. Можно контрспел закинуть. Эх, чё, какая разница? Нормально пойдет. А, серьезно, я могу, кстати, не успеть его убить только. Он же им по мне два наносит. Да. Ну давай, Алекс, сразу оставлю. По мне же тоже два. Давай, покажи. По мне два. Окей. Нужно что-то типа исцеляторов набрать, но это не факт, что мне поможет. А кого брать тогда? Приста? Наверное, приста буду брать. Рейк Страйк. А. Что-то мне вообще все печально. За 7 ходов ты меня убиваешь. Ну, уже чуть больше. Ну, давай. Одна заморозочка. Давай. Из блок повесим. For the Lich King!
need. Давай, Blizzard. Fireball был бы мне на этим. Где я победил тогда? Может и нет. Да, и не Cone of Cold никак не сделать. Ладно, есть Blizzard еще. Классно было бы. Давай Flank Cannon вдруг сюда пойдет. Нет. На следующий ход у меня прокает айсблок. Да, по-любому. А через таунт я его никак не пройду. То есть мне нужно... А что мне нужно? Я... Второй айсблок найти. Еще и при этом... Ну, в принципе, я могу себя захилить. Как вариант. Да, да, как я его буду убивать? Ну, у меня есть Антонидас. Можно с ним попытаться что-то придумать. Ну давай. Ну, только ты мне сколько наносишь-то? Может, и реально стоит вот так вот сделать. Давай. Я сам себя сейчас захилю Алекстразой. Мне надо как-то наносить урон. А чё, я за три хода умираю? Если я с боком не нахожу. За два хода умираю. Да, уже умер. Если не из блок. Не. Ну, я попробую еще разочек этим магом. Можно, в принципе, исцеляторов взять. На всякий. Но нет. Я ничего не менять не буду даже. Я Frost Armor вообще взял. Секрет. Ну, по идее, мне он должен помочь. На всякий случай буду его тоже стрелять.
Не, я, пожалуй. Пока уберу урон с себя. Равно получаю. Не знаю, на всякий случай. Срочно заморозка нужна. 4 урона лишний, нифига не переживу. Ну, есть заморозка. Либо пережить. Можно на следующем ходе сделать. Да, ладно, давай. Бласт. Еще 5 урона, 12 останется. Все равно не сильно спасает. Страйк он не убьет все. Антилек. Я хочу посмотреть, что у меня. Я тоже не взял, по-моему, из барьера, и поэтому как бы вообще нету смысла даже сражаться. Сейчас мы немножечко переделаем и дальше продолжим этим же магом. А, нет, есть. Можно инсталлятор еще взять. На всякий, на всякий. Давай вместо Эфтон Кэнона возьму его. Пару раз попробую. Буду другим классом пробовать. Тоже такое, что здесь каким-нибудь шаманом невозможно играть. Ничего не надо. Мне нужен дроу, мне нужен айс-барьер. Ну, Эликс сразу пойдет. Айс-блок рановато, пожалуй. Давай. Тебя повесим. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас снова. Четыре урона. Два останется. Давай, наверное, лучше вот так вот я сделаю. Хрен с этим разболтан. Черт возьми.
Так я быстро проиграю. Тут и не поспоришь. Я даже до Алексаса не доживал. Да, не, к черту этого мага. Ну чего вот раньше не пришел? Пришел бы раньше, было бы еще можно было что-то придумать. Или все же попробовать еще разочек. Давай. Давай понадеемся последний раз на S-барьер. Оставлю, оставлю. Это не надо. Давай, здесь я лучше карту наберу. На фолд. Что-то за 5. Найс барьер. Будет. Ну, вообще, если Алекстраза придет ко мне, то я его ровно убиваю. Ну давай. Флейм страйк подготовлю. Сразу есть. Тут вообще все здорово. Ну ладно, давай. Или полиморф. Не. Какой-нибудь ауеба мне заморозочку. Какой угодно. Слэнс. Нифига не ауе заморозочка. Давай тебя. Я надеюсь, он... Если я проиграл, я проиграл. Ну да, ровно 9 урона. Не, к черту мага. Перехожу на приста.
Или может тот другой? Да ну. Итак. Слэм бы еще увидеть, как он вообще выглядит. Нарум. Мне кажется, они пойдут. ДЗ не нужны. На всякий. Qualifier. Волджин. Волджин подходит хорошо, конечно, в для Некромаса. Окей, значит, мне что нужно еще? Зомби. Кстати, вот это с магом-то можно было овец набирать. Ладно, не соль. Уже не важно. Комбинатор не нужен. Давай тебя возьмем. Будет мастера точно. Тебя давай возьмем. Не хочу. Очень большого взять. Может быть, или Вану. Не, мне не хватает, мне кажется, там четверка вообще не хватает. Вообще нет четверки. Ну, Shadow Madness. Shadow Madness всегда хорошо. Руки Найк, давай парочку. Хотя я не смогу лететь с Руки Найкой. Да, давай два Shadow Madness и что-нибудь. Йети? Реально, может, Йети обычно? Давай Йети. Ну, давай. Ее можно оставить, мне кажется. Ну, его можно оставить. Если что. Теперь меня, по идее, труднее убить. Хорошо, что он всегда сначала делает свою вот эту обилку. Что это за жесть? Ну ладно.
My fate is sealed. 10-4, не просто так. Вот в этой девочке смысла нету. Смой ты и эти. Вроде бы я забрал стол. А, тогда он его убьет. Солсет. Давай вот так вот сделаем. Слэм. Окей, окей. Полифайр. Полечить. Вот этим Лайтнару. Давай. Заодно и хоть вспомню, как выглядит. Вот этот слэм. 2-2. Ну, ладно, с этим можно, в принципе, тягаться. Где ты меня убиваешь уже? Пока вроде нет. Мне выбрали либо пиромансер, либо шадобоксер. Что мне шадобоксер даст? Два раза ударит. Вот пиромансер, да тоже, в принципе, то же самое дает. Да. Сейчас баф какой-нибудь. А, ну он меня убивает уже. Забыл про Дору. Еще раз попробуем. Этой же колодой. Наверное, Вайлд Пиромансер мне не сильно нужен. А что мне взять за место него? Ну, давай. Сразу карту возьму, уже хорошо. Слэм. Не возьму. Ну, это тоже нормально. И этого мне убьешь? Нет. Ты решил меня не убивать.
Ну, пока все хорошо. Вроде бы. Dates and Swords. О, Юрин Чозен вообще тащи. Сколько у тебя? 4 плюс 6 плюс 8. 11 хп. Ну, давай. Хулиноу мне пойдет. Да-да-да. Да, не полечу, правда. Ну, черт с ним. Нормально они настреливают. Могу через Shadow Madness свет забрать, но что-то как-то так. Могу Волджина разменяться, похилиться или Пейн сюда кинуть. Да, давай Волджина. Жалко. Ну ладно. Я могу это убить. Надеюсь, ты меня не убьешь сейчас его. Нет, не убьешь. Это будет пейн. Да, клерку, наверное, здесь не кинуть. Я все же, пожалуй, себя полечу. Окей, я могу это разменять. Что, сначала тогда закинется себя? Посмотреть, что придет. Мне по-любому нужна какая-то еще карта. Хулиново, ну хулиново не нужно. Right, это боль, это печаль. О-о-о-о-о! Ну ладно, я проиграл. Да, я даже не представляю, как я это могу убить сейчас. Ничего же. Вот надо. Ничего. Thank you.
Жесть. Ну, видимо, мне нужны парочку дезов все. Я вот что подумал. Дезы мне действительно нужны. Йети мне не нужен. Давай от тебя откажемся. Это возьмем. Ну, велпиромансеры тоже такое. У меня один сердце лов хилинг, это не вообще неверно. Фарс. А, у меня все забито уже. Ну, как скажешь. Продолжим. Если ты чесноком, меня уже заколебал этот срамас. Какой я уже тут час? Дружись и майся. Давай все оставлю. Здорово. Для меня. Ладно. Все очень здорово. Теперь уже не очень. Класс. Интересно. Давай вот так сначала. Вдруг Блейдмастер будет. Будет Блейдмастера. Ну, в принципе, да, давай. Хули, его затащу. Все желательно его как можно более сильным оставить. Ладно, два деза. Как раз я до этого их и брал. Жаль. А что с этим делать? Я могу убрать одного, а что с другим? А-а-а.
Давай. Может, как-то Shadow Madness'ами там раскидаюсь. Первый Shadow Madness. Ну ладно, это похоже на Shadow Madness. Только все равно мне убивать намного быстрее. Это неплохо. Хотя так. Что здесь неплохого? Давай. Не, это я уже не убью. Как? Лил Экзорцист здесь особо не нужны, потому что это такие ребята. Да, вообще мало довольно дозрятлов. Там лепрогномы какие-то и все. Поэтому и к черту. Нужно кого-то более серьезного мне. Я понял. Тебя не надо брать, убрать. Shadow Madness, да, тоже нафиг не надо. Два. То есть моя задача сейчас вообще жирняков набрать. Light бомба. Не. Это вот это. Сайленсера? Не. Навком не нужен. Тебя можно. Неплохо, в принципе. Так, стилы? О, слушай. Давай так стилы. Кого мы последний выбора добрали? Ну, давай, два так стилы запихну. Продолжим. Не, вот это я оставлю. Слишком крутая, конечно, комбинация. От нее отказываться. Может быть, два дезы здесь тоже такое. Сомнительное весьма удовольствие. Ну, если он будет также продолжать... Блин, ну я могу тебя убить, но тогда я... Как бы ты меня вот с вот этой штукой убьешь. Забить? Забить тоже не очень здорово. Ну ладно, хрен с тобой, давай 2-2 тебе оставим. Забил, было бы лучше, ну вот... Чисто из-за шилда. Окей.
6. Ну ладно. Почему я его не сделал, я не знаю. На хрен с ним. И что, время этого достать? Будет 4 хп. 4 хп мало, конечно, но плюс 3 отсюда будет. 7. Плюс еще шилдом могу навешать. Да, давай. Еще 7. Пойдет. Надеюсь, на следующий ход хули новую хорошую идет. Ну ладно, хоть ее. Семь же, да, хп? Да ладно, черт с этой девочкой. Или с ним черт вообще. И достать вот его. Ну, как вариант. Давай. Хреново. Придется по максимуму себя лечить. Ну да, это у меня пока стоит. Ну или хотя 5 кп это нормально, да, для меня. Давай. Да ладно, давай. По максимуму захилю. В любом случае, хули новую убью. То, что 2-2 его. Ерунда пока. Давай без бафа. Ну ладно, я могу убить, да, вроде. Ну да. Могу убить, и это единственная радость. Я даже тебя достану. Рагнарос. Ну так. Плюс-минус. Вот он, Рагнарос. Субтитры
Не знаю. Да хочется герой Ноксарама сначала пройти. Потом уже дуэли катать. Давай просто, чтобы убрать. На всякий себя похилим. Сердце лов киллинг бы мне. Я был бы так счастлив. Так, стил. Еще что такое? Ну давай. Блин, и вот это вообще никак. Это дурацкие карты. Попади в него. Нормально. Может, мне нужен Kill to Z? Я вот что подумал. Блин, это жесть. Ну, если я... Давай, полечу тебя. Если не попадет, то конец мне. Окей, я еще Kill to Z сюда запихну. Реально понадобится. В таких вот боях. Если бы пришел, и все было бы здорово. Так, стил себя совсем не оправдал. Не, один-то я оставлю. Хорошая комбо. Я ставлю. Еще бы Shadow Boxer бы найти, вообще было бы. Мечта. Нет. Ладно, с этим будет тоже очень трудно разобраться. Пойдет, девочка. На следующий ход оставлю. Задралось миллион карт. А у Ету нету никакого? Вроде как, ну кроме... Да, вот этого. Ну нет, мне пофигу. Давай.
Ладно, убьет он мне их на следующий ход. Я скоро нового запущу. Хотя могу и сам их отдать. Это тоже, в принципе, нормально. Один хп, да, останется? Один хп мало. Давай так. Обойдемся без АОЕ. Pain и хил. Давай. Ладно, как хочешь. Вот оно, комбо. Это круто. Это круто. В смысле, его особо бафать нету. Да, давай просто разменяй. Хрен с ним. На следующий ход могу. 2-3-3. И делай с ним, что хочешь. Нормально. 7-10, 7-10. Со спелдэмэджем. Это мне нравится. Окей. Вообще наплевать. Хулинов на 3. Могу хулинов на 4 сделать. А сколько у тебя хп? 4 плюс 4 плюс 2, 10. Да, давай. Единица. Плюс 3. Это победа. Yeah. Наплевать вообще. Вообще наплевать. Сколько я с ним мучился?
Наконец-то он пал. Что ты делаешь там? А. Окей, окей. Ну вот. Да, я помню, у тебя там вепоны хорошие. Даже не знаю, не знаю. Опять начнем с мага? Только вепоны будем убирать. Или может кто-то лучше есть? Да, я помню. Это так. Ну, можно попытаться замораживать, но нет, чертом. Значит, я точно Уза. Уза беру. Можно вот этого взять. Ну, в самом начале. Ага. Да, похоже на то. Так, что я еще у маговского не взял? Ну, можно, Антонина сосед, почему нет? Сейчас посмотрим, если... Так. Его что ли? Его заберу. Останется. Во-во. Я хочу вот его положить. Попробуем такую. Попробуем такую. If they wanted to eat your brains, and they said, I don't eat junk food. See you. Ладно. Yeah.
Не вижу смысла открывать. Потом, может, все придумаю еще. Барьер мне повесить. Здорово. Урона. There's an achievement for losing to Groove, I'm pretty sure. Okay. Я забыл. Я забыл об этой способности. Хардкор. Вроде карт нет у него. Это радует. Ну давай. Давай заморожим. Меня из бок не повешь. Угу. И он мне прокнутый из блок. Ну, кстати, плюс 2. Так, плюс 6. 11. Мне будет ровно 11. У меня ровно из блок прокнут. Ну, да, ладно, хорошо. В принципе, можно. Действительно, так и сделать.
Главное еще такую челюсть, чтобы он не достал. Ну, это мне полезнее, наверное, будет. Давай тебя заморозим. По-любому. Неважно. Да, надо. Этого не убьем. Опасно. Мне нужен срочный таунт. Срочно. Во. Пофигу. Безопаснее сыграть, что довольно просто казалось. Окей, я хочу что-нибудь другое поинтереснее. Ну, в плане не присытившимися уже классами, магом и престом. Я попробую поиграть варлоком.
Не знаю. Так. Этого за вапнов нету. Нету. Попробуем. Босс меняет атаку и здоровье. И по идее с Алфарио очень хорошо должны пригодиться. На всякий шаг доболтаем. По 4 урона. Вот это очень хороший старт. Только жаль, я не могу сразу кинуть. Ну ладно. Одного я яйцом заберу, второго коррупшеном, наверное. Сюда коррупшен. Да, это явно не та четверка, которая мне нужна. Все, файл, окей. Ну ладно, есть осциллятор. Спасибо вам, КГБ. Я очень этому рад. Здесь надо. Ну, кстати, можно его кинуть. Да, давайте белочку кину. Сюда поди. Красавчик.
Давай. Сколько ж можно? Если я сделаю Shadow Flame сюда, то в принципе пока он меня не убивает. То есть здесь будет единица. Нет, здесь будет 2 и 1. Да. Давай. Вообще мог. Нет, не мог. Да, мог. Его достать. Сначала убить, а потом достать. Ну, не знаю. А, 2-2. А, 2-2. Мне по-любому надо делать. 1-1. Окей. Аргусы мне точно не нужны. Даже нормальные створки. Аргусы. Ну, в принципе, БГХ, ладно, надо оставить. БГХ. Что-то типа Йети надо взять. Ну, запчасти. Зомби, зомби, зомби. Зачем мне зомби? На старте они никого не убивают. Берем зомби. Ну, неплохо. Но не. Чем еще взять? Одного едь. Давай. Я думал о тени Наксе изначально, но мне кажется, она слишком медленная, чтобы ее брать. Круто. Что-нибудь побыстрее надо. Найс. Джекпот. Яйцо на самом деле самое верное будет сейчас. Окей. I can ease your pain.
пофиг. Не очень. Ну, болт. Попытаем удачу. Не, погоди. Чтобы флейм сюда разменять. Просто 3-3 кинуть. Давай. Не очень круто. Сейфен соло. Давай. Или лучше рага. Давай рага. Печально будет, если яйцо откроют. Это классно. Тебя, наверное. Самый лучший рак на свете. Согласен. Победа, видимо.
Ну, а зачем я играю здесь? Само собой, чтобы посмотреть, было бы в Лиге, было наксовские. Как в Наксе пойдут. В свое время-то это нельзя было сделать. Ну ладно.